всех теперь такая жажда на деньги обуяла, что вы словно одурели все. Вы ли это, Настасья Филипповна? Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями вдруг. Боже мой, какой язык. А теперь вы хмелю, генерал. Сегодня мой день, мой високосный день. А видите, господа, вон этого букетника. Вон он за занавеской прячется. Я не прячусь, Настасья Филипповна. Я просто так считаю ваше поведение несколько неудобным. А ведь он, наверное, меня еще виноватый перед собой считает. Как же на воспитание взял, как графиню содержал, честного мужа приискал. Чего же мне еще? Да я, Афанасий Иванович, давно бы уж замуж-то выйти могла. И не только что за вашего Ганечку, да очень уж мерзко. Нет, нет уж лучше на улицу. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачке. Потому что ведь на мне-то ничего своего. Уйду, все ему брошу. А без этого, ну кто меня возьмет? На меня вон и Фердыщенко-то не возьмет. Фердыщенко не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный. А вот князь Мышкин возьмет. Вы вон взгляните на него, я давно за ним наблюдаю. Правда, князь? Да.